Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, мы начинаем новый сезон выживания в замечательной и превосходной игре State of Decay 2. Мы начнем абсолютно с нуля, новым комьюнити. Пропустить обучение, да, пропустим, мне там больше нечему учиться. Так, смертельный уровень сложности, как обычно. Начнем мы на карте. Так, надо бы подумать хорошенечко. Так, мы на этой карте не играли. По-моему, на этой мы не играли. Так, на этой мы играли, да. Прошлая карта была это. Trumbull Valley. Нет, вот Providence Ridge или... Здесь мы проходили. Cascade Hills мы проходили. Мигервелли. Наверное, здесь. Смотрите, там какое-то озеро большое есть. Да, по-моему. Или округ. Не, округ Драгер, это вот мы сейчас. Прошлый сезон был там. Давайте на Мигервелли. Карта отличная. Так. Да, тут, в принципе, даже показывать. Нет. Хотя. Это просто показывает, какое сообщество у меня сейчас активное есть. Так, есть у меня пару идей. Ну, вообще, я думаю, только одна идея у меня есть, что я могу сделать. Так, ну что ж, у нас есть три карточки. Мы прошлую закончили за командира, и мы получим огромную кучу оружия, боеприпасов, гранат, основав свою первую базу. Я думаю, я возьму торговца, потому что я там и так собираюсь усложнить себе задачу на весь сезон. Поэтому давайте как возьмем строителя, чтобы у нас всегда было электричество и вода. Почему бы и нет? Возьмем строителя и, ну, торговца возьмем поначалу, хотя бы там что-то, какой-то буст будет у нас небольшой, ну и вообще, чтобы я, ну, как-то побыстрее начался вот этот прогресс нашего выживания. Так, ну и люди нам нужны, да? Так, давайте я тогда сейчас поставлю на паузу и наролю себе каких-нибудь бомжей. Так, ну что ж, не прошло и полдня. Быстренько накидал, возьмем на этот раз, как минимум нам нужен шериф, потому что мы будем проходить наследие шерифа в этом сезоне. Взял, значит, Петти, она у нас будет рыболовом, также у нее есть черта вожатый. Хорошее качество лидера, я думаю, посмотрим, что из этого выйдет. Также взял Нанда, он у нас играл тетербол, искусство металлолома. Короче, собирал он металлолом, я так понял. Будем получать в день плюс 2 материала и детали в день плюс 25. Рыбная ловля дает плюс 2 еды, по-моему. Да, плюс 2 еды. И психологию сна взял, потом объясню, почему. Так, плюс 2 кровати дает. Ну и плюс там еще плюс 4 боевой дух на все сообщество. Почему мне нужны будут 2 кровати? Потому что я думаю, что мы... будем собирать 8 человек, чтобы переехать на нормальную базу. Так, какое будет у нас условие? Самое главное, как себе мы усложним жизнь. А усложним мы так. Я что-то вчера сидел, думал, как это все сделать. И пришел к интересной мысли. Почему бы нам... Так, сейчас я закину это все. Почему бы нам не усложнить задачу? Сейчас дойдем до базы, я буду постепенно рассказывать. То есть, например, такая идея у меня есть. По поводу сердец. То есть, условия
очень простое. Уничтожать сердца я смогу только тогда, когда, во-первых, я все сердца обнаружу. Сколько их тут, сейчас пока непонятно. Сейчас дойдем, посмотрим там. Ну, типа в стиле 28, я думаю. Во-первых, я их должен все обнаружить. А во-вторых, уничтожать я смогу их только после того, как все 28 сердец, ну, грубо говоря, будут пробуждены. В общем, такая лихая задача у меня. Поэтому для этого, ну, нужно будет подготовиться, понятное дело. То есть, если будут пробуждаться сердца, я не смогу их потом уничтожить. Так, там осторожно нужно быть. Там у нас Фарал где-то бегает. Осторожненько, сейчас пройдем. Может быть, заодно сейчас посмотрим здесь топливо. Так, отлично. Возьмем сразу бензинчик с собой и можно будет заправить машину, но сначала мы забежим на базу. В общем, такая у меня идея. Не знаю, что из этого получится. Будет, естественно, забавно с одной стороны посмотреть, как, что, к чему это все приведет. Куча сердец пробужденных на всей карте, но для этого нам нужно будет занять нормальную базу. Естественно, я бы хотел еще пользоваться престижем и вызывать нормальных ребятишек для того, чтобы как-то эту карту все-таки выжить и пройти, не загнуться на самом начале. Все, отлично, сейчас быстренько забежим. Посмотрим, что здесь происходит. Так, здесь у нас... Здесь у нас гниляк где-то лежит. Да, он опять внутри лежит. Это, я так понял, уже традиция. Традиция этого обновления. Сейчас надо бы как-то сделать так. Сделать так, чтобы он лопнул. Он сейчас куда-то там идет. Давайте попробуем потихонечку сейчас все это почистить. Так, где он тут? А он где-то здесь. Я надеюсь, наши инвалиды сейчас не будут там лезть на рожон. Ага, все, понял. Конечно же, они сейчас залезут на них. Ай-яй, кричит. Угу. Ну давайте, давайте, ребята, ну что вы ждете? Блин. А вот ты то, чего мы боялись все. Давайте, давайте. Гасим ее. Блин, это жопа. Есть. Нас, короче, уже нормально так поели, я смотрю. Неудобно. Ладно, все. Булочки разжали. Сейчас будем смотреть, что здесь происходит. Занимаем домик. Это мы закроем. It looks pretty safe. I think we should claim this place and move in. I'm in total agreement. То есть, ну, получается, торопиться нам особо некуда. All right. That's everything. The pipes are working and the breaker box is connected. Enjoy your water. Патронов у нас нет. Так, у нас теперь здесь тут торговец. Посмотрим, что он продает. Получено влияние, отлично.
Да, материалы я уже нашел. А, где вторая? Вторая девчонка. А, вести торговлю. Ага, так, смотрите-ка, у нее и материалы есть. Я думаю, мы сейчас закупимся тут нормально. У нас есть пресс для пистолетных патронов. Почему бы и нет? И тут есть 9 миллиметров. Блин, вообще нормально. Отлично. Это мы сразу купим. Это нам очень-очень сильно поможет. Есть еще бензолиум. Я не вижу здесь пока что ничего такого. Так, сейчас потратим всего. Надо, кстати, сразу же запустить нам тут расчистку. У нас есть бонус к кроватям плюс 2 места. Так, это мы тоже сейчас, у нас пока нету у нас людей. Может быть, сейчас кого-нибудь и, кстати, завербуем. Давайте еще материалы купим. Медикаменты нам нужны. Еда, кстати. Потратим сейчас кучу влияния. Ну, поначалу, я думаю, это может быть и выглядит читерством, но пользуемся всеми дарами этой игры хотя бы. Так, что еще у нас есть? Топливо нам надо. Это у нас что? Учебник по химии, понятно. Электросхемы мы найдем, это не проблема. Набор садовых инструментов. Садовый инвентарь профессионального уровня устанавливает улучшение в огороде, гидропонной системе или на ферме, чтобы повысить урожай. У меня пока что ничего нету, чтобы там что-то гидропонное ставить. Купим все у нее мешки и все это закинем. Нам нужно будет построить мастерскую, медкабинет, или как он там называется. И что еще? Может быть, наверное, кстати, огород-то и построим, чтобы как-то с едой решить вопросы. Поэтому будем решать тоже этот вопрос. Поначалу я все куплю, пускай потратим сейчас кучу влияния, но потом мы сможем хотя бы сконцентрироваться на каких-то более важных вопросах. Все равно будет жестко очень. Так что это у нас такая подготовочка перед бурей. Ребята у нас еще все слабые. Так, вести торговлю. Так, купим, получается. И, наверное, вот эту штуку я тоже куплю. Ну и все. Я у нее больше ничего не буду покупать. Остальное мы найдем. Ну, я надеюсь. Так, отремонтировали. Все, есть. Осталось нам, получается, патроны найти. Так, и отправиться на первую разведку. У нас уже покоцали тут всех. Срочно нам нужен медпункт. И, наверное, кого-то мы сейчас вызовем из... У меня, кстати... Так, где у нас третий человек? А, вот она сидит. Жалко, у них борьба с инфекцией 15%. Блин. Так, рисковать здоровьем нельзя. В первую очередь построим медпункт. Хорошая идея, я над этим подумаю. Так, переключиться, открыть инвентарь. Заберем вот это ей не надо. Аптечку. Пускай с бинтами бегает. А ты чё? Ну-ка, давай-ка мне тоже свои сухпоёк надо забрать у них. Так, отлично. У нас есть теперь материалы. Отличный старт. Начнем мы, наверное, с медпункта. Да, надо всех вылечить надо.
всех вылечить. Закинем этих ребят на лечение. У нас, к сожалению, нету медика. Во. Все, убежал. Торговец. Да, и надо съездить к нам, получается. Так, это что такое? Дубина из карданного вала. Сокрушение есть. Так, давайте вот это лучше возьмем. Это мы закинем. Патроны. Это. И это. Где они у нас появились? Здесь, да? У нас есть бензин вроде бы как, да? Или нету? У нас нет. У нас нету этого инструментов. Нам бы, короче, на разведочку сбегать. Пока есть возможность. Посмотреть, что здесь происходит. Так, здесь вышка мобильной связи, кстати, вот здесь находится. Посмотрим. Мне бы в идеале сразу починить машину и заправить ее. Для этого нам нужно в мастерскую заскочить. Будем искать мастерскую. Тут два крикуна сразу стоит. Хоп. Отлично. Так, у нас же есть тут... Мы можем аванпост еще вот так улучшить и еще один аванпост поставить. Отлично. Ха. Так, мы построили, да, отлично. Я думаю, сразу улучшить надо или как? Коробка химикатов есть вроде бы. Закинем потихоньку сейчас их лечить. Так, сейчас поднимемся, посмотрим, что здесь вообще происходит. Так, ага, ну, понятно. BBQ. Это не то. Там у нас какая-то забегаловка тоже. Вот, наверное, где у нас ребята выжившие тусуются. Наверное, куда-то туда нам надо будет сходить, посмотреть. Но для начала нужно решить вопрос с машиной. Может быть, здесь найдем где-нибудь машину. Road Racer MX. Так, здесь у нас, значит, бензолиум есть. Там, кстати, еще и тачка стоит. Надо посмотреть, что за машина. У меня еще была такая мысль, типа, ну, как реализовать вот эту вот тему с пробуждением сердец. Так, это наша машина там стоит. Типа, была мысль такая, что если одно сердце пробудится, первое самое, то я, по сути, типа, должен буду все остальные пробудить. Но я не знаю, как это реализовать. То есть это придется просто бросить все дела и бежать их пробуждать. Но это как-то бредово немножечко. Но... Нормально. Так, одно сердце мы нашли. У нас тут есть торговец с бонусами. Участники торгового союза, созданного одних бывших руководителей группы. И они появились здесь, потому что выбрали в начале игры бонус наследия торговца. Посетить их, чтобы обменять влияние на полезные и ценные предметы. Отлично. Есть у нас тут посредник. Он, кстати, в таком удобном месте находится. Тут и мост. И можно здесь типа аванпост даже, наверное, поставить. Не надо до него заезжать там куда-то в жопу мира. Так, ребятишки у нас находятся прямо возле чумного сердца. Но мы помним, что мы можем их пробуждать, но не можем их пока что уничтожать. Здесь у нас дикарь тусуется. Отлично. Можно как вариант вышечку
сейчас захватить и пользоваться ей как аванпост, но я пока что не буду этого делать. У нас что вообще? У нас минус 4 еды в день. Поэтому будем, наверное, так, построим сейчас мастерскую сначала. И... А что еще? Сколько стоит? 13. Нам еще нужен... Материалы нужны. У нас медикаменты минус 2 в день. Офигеть. Так, зато материалы плюс 2. Значит, по медпу, по аванпосту, наверное, начнем с аванпоста с едой и какой-нибудь медпункт. Тут есть у нас барбекю шичная. Можно туда попробовать захватить это все. Здесь у нас материалы всякие. Медпункт у нас здесь, но мы его не сможем сейчас пока что захватывать. Я так понял, самое... Мы очень долго будем здесь держаться. Очень долго. Не сможем переехать на другую... На другую базу, вот, например, на эту, на которую я хочу переехать. То есть собрать 8 человек и переехать на Уитни Филд. Это какой-то типа стадиона. Вот, задача у меня вот сюда переехать. То есть мы сюда сможем переехать только после того, как мы изучим, найдем все сердца, потом их всех пробудим. Кстати, сюда можем переехать. Лагерь Каленкуа. Потенциальное место для базы. Две большие ячейки снаружи, 7 маленькие ячейки помещения, 4 маленькие ячейки снаружи. 7 маленьких ячеек помещения, 4 маленькие ячейки снаружи. Две большие ячейки снаружи. А здесь... 10 ячеек снаружи, 4 маленькие ячейки помещения, большие ячейки снаружи, 3. Ну, посмотрим. Сейчас гадать не самое лучшее решение, поэтому будем смотреть. Так, что у нас тут есть? Станция Спироил. Тут бензин у нас, значит, ветхий сарай. Бесплатная клиника. Мне нужен какая-нибудь мастерская. Сарай для снаряжения. Это немножко не то. Ветхий. Вот гараж, например. Обветший есть. Серо-синий гараж. Может быть, здесь что-то есть. Вот здесь, по-моему, могут быть склад с железной крышей. Может быть, здесь что-то есть из... инструментов. Мне нужны инструменты для машины. Сарай для снаряжения. Мне вот не нравится, что здесь дикарь рядом тусуется. Давайте-ка что-нибудь бы нам, какое-нибудь оружие. А лучше вообще за машиной пойти. У нас и рюкзаков тоже нету. Достаточно близко он находится. Может нас, кстати, запалить. 45 метров, 46 метров, 47, 48. Отдаляется потихонечку. Я бы вот в этот сарайчик еще заглянул. Что там вообще? Я надеюсь, он нас не заметит. Но если что, мы попробуем убежать или забить его. У нас вроде чипсончики есть. Сейчас посмотрим, как тут. Ага, так, посмотрим. Бензин. Бензин нам нужен. Бензин у нас, ну, в принципе, на базе есть. Так, понятно. 70 метров.
Так, понятно, побежали отсюда. Мы начнем поиски, я думаю, вокруг дома. Сбегаем в этот в гараж, который внизу с железной крышей. Посмотрим. Посмотрим, что там. Блин. Сюда идет, да? Ладно. Смотрим, что у нас там, ребята, выздоравливают, не выздоравливают. Это у нас мастерская. Давайте установим сюда, наверное, пресс 9 миллиметров, 22 и 45 калибр. Отлично подходит. У нас теперь есть зато электричество, вода, что не может не радовать. У нас есть, кстати, кухня, мы можем здесь готовить, но в принципе тут, ну да, кофеечек можно, вот чипсончики делать, очень дорого, конечно, но есть, например. А, ну это нам пока что недоступно. Нам кулинар нужен какой-нибудь. Можем что-нибудь поставить? Нет. Нам нужны материалы, чтобы... Во-первых, нам нужно улучшить медпункт до второго уровня, как минимум. И еще нам, наверное, придется еще огородик построить. Да, но он там будет давать... как бы минимально все, но хотя бы мы урежем, избавимся от, от минуса. Все, давайте сейчас скинем. Сейчас просто крикун сюда прибежит, будет карать, блин. Приведет кучу своих друганов. Все, так, это сюда, 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 сюда. Чипсончики брать, не брать. У нас рюкзак, блин, маленький. Надо бы найти какой-нибудь этот альтернативу хорошую. Так, у нас этот вылечился. Давайте закинем еще вот эту подругу. Да, иди там, как раз крикун ждет тебя. У нас тут напротив, я знаю, вот здесь есть сарайчик. Там можно найти материалы и я надеюсь, может быть, найдутся еще и инструменты. Так, там пассажир какой-то идет. Поначалу будем очень осторожно двигаться. Не хочется мне терять эту троицу. Вообще из этой троицы никого. Ну и наконец-то настала ночь. Стоит ли нам заходить в дом? Вот не знаю. Как обычно, там, наверное, ничего нету. No more creepers. We're good to go. Отлично. Так. Ну что, я думаю, бензинчик сейчас найдем, да? Может и нет. Так, нам предлагают... Да, нам нужно будет съездить... Добраться бы нам до... До этих свободных граждан. Посмотреть, что они там... И понятное дело, что они предлагают. Найти два образца. Так, это что? Вырванная страница какая-то. А, заберем. Так, мешочек еще один нашли, отлично. Okay, отлично, там подруга вылечилась. После обновления, по-моему, когда они ранены, то есть у них там какие-то травмы есть, они теперь просто ложатся спать.
Ну, типа, в койке своей лежат. Ну, вполне реалистично, кстати. Ну, кстати, зашибись, теперь электричество есть. Никогда этот дом не видел таким освещенным. Всегда тут какие-то свечки были, блин, и все такое. Надо избавиться от крикуна, который там возле забора тусуется. Да, он прямо здесь. Нам лишний шум вообще ни к чему, поэтому поначалу будем очень аккуратно действовать. Вот там, например, толпа целая тусуется. Они бы сюда с радостью бы забежали. Так, отлично. Поставили, установили. А что у нас с едой, как поставить? У нас же нету этого садовода еще, блин. Вообще никого нету. Так, сейчас пойдем. Так, здесь еще есть обветший гараж. Зеленый сарай. Мрачный гараж. Дом пасечника. Дом с кирпичными колоннами. Кстати, еда там может быть. Я думаю, пока будем двигаться от дома к дому. Не знаю насчет этих инструментов. А тут пасечник, кстати, смотрите-ка. Кусок пчелиных сот. Предмет роскоши. Так, естественно, нужно бы какое-нибудь оружие намутить. Что-то я совсем забыл. Оружие, бензин есть. Может быть, съездить куда-нибудь. Я вот не знаю, здесь где-то тут должен быть тоже сарай этот. Охотника, но я пока что его тут не вижу. Мрачный гараж. Дом пасечника. Тут, кстати, медикаменты есть. Давайте будем двигаться. Блин. Так. Слышите это? Там прям кто-то стреляет и кричит. Офигеть. I hope nothing heard that. Нормально. Так, закроемся. Может, надо было зайти сзади? В смысле, с черного входа. Так, мы тут, наверное, медикаменты найдем. И я не скинул, да, барахло? Блин, ладно. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, отлично. Алкоголь. Было бы идеально найти какой-нибудь арбалетик для начала. Так, бум, мину нашли. Ту-ту-ту. Так, здесь должен быть как минимум один ящик, мешок с медикаментами. Ну, наверное, здесь. Это, наверное, таблетки какие-то сейчас найдем и все. Really, а, нет, все нормально, можно, короче, возвращаться, сейчас закинуть все. Ага. Патронов у нас все еще нету.
Медикаменты пригодятся. Единственное, нам понадобится еще кучу... У нас еще нету ни одного образца. Так. Коричневый деревянный дом. Тут, кстати, везде мешки есть, да, я так понял. Зеленый сарай. Давайте вот сюда пойдем, а потом сарайчик еще заскочим. Я бы, естественно, наверное, за машинкой сходил, но она в таком плачевном состоянии. Мне бы ее починить. Здесь еще я вот не знаю, что здесь происходит. Наверное, на склад лучше сходить. Сходить на склад. Пока есть возможность. Найдем машину. Ну или отремонтируем и заправим имеющуюся, которая там. Так, ну-ка, секунду. Так, там просто зомби, там еще целая толпа. Как бы мне не хотелось туда вниз бежать. Сейчас вот эти вот чуваки будут там ходить. Я бы, наверное, все-таки сюда в домик забежал, посмотрел. Да, были бы у меня, конечно... Так, посмотрим, здесь что здесь есть. Может, что-нибудь здесь найдем. Еще и... В темноте ничего не видно, ничего не разобрать. А, я ничего не скинул опять. Что такое? Привык, что можно с машины все закидывать. Поэтому... Поэтому немножечко расслабился. Забиваем постепенно наш инвентарь, наш сундучок. Кубышечку заполняем. Так, вот это вот тут кто стоит? Крикун? Да. Давайте-ка мы его убьем. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Еду можно найти. Так, я еще одного крикуна слышу. No more creepers. We're good to go. Так, отлично. I found something at least. Рюкзачок бы еще найти. Здесь, по-моему, где-то есть вот этот палаточный кемпинг. Надо бы, короче, там на залезть на рекламный щит. На рекламный щит залезть и посмотреть, где он там находится. Потому что там всегда, ну не всегда, но высокий шанс найти арбалет и рюкзачок большой.
Мачете. Так, тут еще два ящика, офигеть. Угу. Интересно. Еще одно мачете. А здесь что? Семена. Семена мне нужны вообще. Давайте вот это используем. Семена заберем. Ага. Так, отлично. Скоро подруга у нас будет уставать уже. Придется поменять ее. У нас, по-моему, там другая девчонка очень сильная, которая... Уитни, да? У нее депрессия, блин. Фига, а чё, как будто бы вот этих я не видел бонусов. Степень усталости, смотрите, какая она крутая. Наличие кровати под открытым небом повышает боевой дух. Чё себе. Так, а у тебя чё? Тоже наличие кровати под открытым небом. Хм. Понятно. Так, закидываем. Отлично. Так, дальше. Что у нас тут еще есть? Я бы вот сюда забрался на рекламный щит и посмотрел. Возьмем, наверное, с собой бензолиума. Хотя сарай для снаряжения. Посмотрим. Вот здесь вот где-то здесь есть лагерь для кемпинга. Надо, короче, сходить и посмотреть. Помню, что где-то есть. Так, и девчонка у нас устала. Надо бы ее поменять. Ладно, сейчас сбегаем. Залутаем еще один там один домик. Посмотрим. О, а что такое? Что-то у вас тут много как-то. Так, один там зомбак что-то заподозрил. Так, у нас тут еще один крикун тусуется. Ящик с патронами оставил, как будто бы. Они вот идут, как будто бы в эту сторону. Так, и еще туда, еще один крикун, но он там дальше. Угу, место под контролем. Здесь, кстати, что-то найти можно. Кемпинг прямо здесь. Вот это вообще нормальная идея, кстати. Палаточку поставил.
Сидишь себе, попиваешь. Попиваешь водичку. Так, понятно. Все места осмотрены. Неужели здесь нигде кемпинга нету? Ну, посмотрим, здесь что-то есть. Какой-то мешочек. Понятно. Так, ну и что? Мрачный гараж. Зайдем в мрачный гараж, посмотрим, что там есть. Ладно, сейчас посмотрим. This place seems safe for now. Так, отлично. Всего два ящика. Я так понял, мы, наверное, сейчас канистру с бензином найдем. И нет, и нет. Просто и мешок с материалами. Понятно. Дом с кирпичными колоннами. Так, ну-ка здесь посмотрим, что здесь есть. Может быть, здесь найдем инструменты. А, пачка семян, отлично. Ну все, я думаю, можно домой идти. I'm about to drop. I can't keep swinging this thing. Да, она максимально устала. Закинем ее на коечку, пускай отдохнет. Я, кстати, что-то так задумался, сейчас же зима скоро, и понял, что в этой игре нету зимней карты. Очень жалко. Так, улучшение склада нам пока не надо. Давайте что-нибудь еще построим. Построим еду. Производство одной еды в день. Надо нам это или не надо? Так, генератор, это все нам не надо. Я, наверное, все-таки улучшу медпункт. Так, увеличивает пользу от знаний в области хирургии и патологии лечения. Кроме того, так, позволяет разместить дополнительную койку. Или пока ничего не делать.
Мы пока что не можем изготавливать образцы чумы. Нужно. Мы уже можем изготавливать, но нету образцов чумы. Медикаменты в день и так тратятся. Нам нужно будет... Нужно, короче, решить этот вопрос с машиной. Сейчас просто возьмем... возьмем бензин и пойдем... Съездим, короче, до ребят. Так, сколько у нас там времени? Уже 50 минут. Да. Пойдем, сейчас поменяем человека. Так, кто у нас там хочет? Нандо или Уитни? Уитни возьмем. О, видите, они что-то там лежат все. Так, у нее избито, у нее тоже вообще ничего толком нету. Сейчас возьмем тогда чипсы. Обезбал возьмем. И чипсы, да? Все, и нам нужен этот бензин нам нужен. Да, все, погнали за машиной. Как бы есть мысль за вот этой машиной заскочить. Road Racer MX. Но пойдем вот за Мирагрой. Мирагра. Какое название, блин. Толпа идет. Не забывайте пользоваться радиокомандами. Да, хорошо. Только толку. А, мы, может быть, можем что-нибудь... Можем тачку заказать, но мне что-то не хочется ее заказывать. 1000 целую тратить за этот... За фургон. Мне она что-то не очень нравится. Так, Independence Pack. Вот они здесь есть. За 1000 груз с припасами, доставка оружия. Я хочу немножко пока подсэкономить на влияние. Будем копить его и как-то более разумно его тратить. Да, и нам нужно какую-нибудь мастерскую найти и найти инструменты. Очень-очень срочно. Как вариант, сейчас просто поедем до этих типов, до свободных граждан. Понятное дело, какой они нам квест дадут, это... квест на эти, как они, на образцы, поэтому ничего нового. Что такое? Так, я бы, наверное, посмотрел еще. Блин, где она, где Фарал? Срочно его найти. Ладно, сейчас машину заправим. Блин, не хочется здесь падать. Все, ништяк. Так.
У меня есть информация о тайнике. Спасибо, ценю помощь. Тайник вполне, наверное, неплохая идея. А где он? Так, здесь ничего. Ладно, погнали. Так, как мы поедем? Здесь опасно ехать. Можно поехать чуть-чуть вот так вот. Я еще карту особо не знаю, поэтому будем постепенно тут изучать это все. Так, вот здесь, наверное, могут быть инструменты, я так понимаю. Но это не точно. Ой-ой-ой. By the look and smell of this area, I'd say a plague heart is close by. Ага. Probably plague zeds too. Давайте быстренько зайдем, наверное. Long-term biological effects from exploring plague territory. Может быть, у них что-нибудь на продажу еще будет. Так, согласиться найти образцы. The safest way to collect samples is by killing plague zombies. The best place to find them is in the territory around the plague heart. Those things basically infect their whole environment. It's not pretty. Or you could just destroy the plague heart itself to get a bunch of samples. That's да, more dangerous. Да, да. Понял. You'll want to tackle this job with full gear. У них есть бензин, но нету торговли с бонусами. Так, понятно, не... может быть, стоит торговцам бонусами съездить. Средства на все руки. Хряки бык. Возможно, на этой станции заправки есть что-нибудь. Блин. Жалко, что у них нету продажи ничего. Ветхий сарай. Вряд ли тут что-то есть. Сарай для снаряжения, склад питомника. А, он все равно пустой. Че, посмотрим, что здесь есть. Может, в округе что-нибудь найдем. Будем стараться максимально минимализировать поначалу пробуждение сердец. Потому что... пока что вообще что-то вначале не хочется подвергать свое сообщество вообще какой-то угрозе. Но потом, как мы немножечко вооружимся, займем пару аванпостов. У нас получается здесь... я не знаю, надолго ли мы здесь вообще застрянем. По сути, мы должны вот этот, наверное, аванпост захватить. С едой. Самый такой. Самое адекватное, наверное, решение. И мне нужен аванпост с медикаментами. Медикаменты, медикаменты. А я даже не знаю, тут вообще много ли я аванпостов-то смогу захватить. Сельская церковь. Понятно. Понятия не имею. Здесь, например, есть бесплатная клиника. Мы бы могли ее захватить. И было бы для нас вообще все шикарно. Но мы пока что по условиям нашего челленджа не можем уничтожать чумные сердца. Пока мы их всех не пробудим. But no place can be secure with a plague heart nearby. Да. Не знаю, что из этого выйдет. Кстати, блин, насколько долго мы будем это все проходить, но больше серии, это, наверное, даже лучше. Больше контента.
А то просто так там на скорость бегать и уничтожать чумные сердца, что-то, знаете, я уже в принципе наигрался на эти побегушки. Потом под конец можно будет хоть по 10 штук за раз выносить. Так, мы нашли эти микросхемы. Пока что у нас нету вообще оружия никакого. Можно было бы, конечно, замочить кого-нибудь из этих. У них есть только бензин на продажу. Так, вести торговлю. У них есть, получается. Мы можем просто на них сагрить этих зомбаков. Они будут их тут всех убивать. А я буду тихонечко здесь сидеть. Вот. Так, ну ладно. Мы перевалили уже за час, поэтому завершим здесь. Закончим. Продолжим уже в следующей серии. Мне надо посидеть, подумать над тем, что тут можно сделать, какие аванпосты захватить. Я думаю, вот этот мы точно захватим. Но у нас нету патронов и нету бензолиума. Мы не можем Да, нам нужен как-то наладить поставки бензина и патронов. А это я не вижу, как этим заняться. Единственное, я вижу выход, это пока что заниматься тихонечко разведкой. Смотреть рекламные щиты. Ну, естественно, вот сюда съездить, торговцу бонусами. Посмотреть, что у них еще есть. Возможно, что-нибудь даже продать. Вот, здесь я, ну, не вижу я ничего. Все, ребят, увидимся в следующей серии. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии, это очень-очень важно. Особенно поначалу, когда еще канал маленький, ну и вообще для меня это очень приятно. В общем, все читаю, смотрю и ждем следующую серию, ребят. Все, пока-пока.